Так, это у нас третий поршень. Мажем его маслом. Выравниваем кольца. И зажимаем его в оправку. Смотрим аккуратненько, чтобы оправочка зажималась ровно, чтобы не перекосить и не сломать кольцо. Так, ну вот. Здесь получается, вот эта точка идет на перед. Вкладыши замком смотрят на масляный фильтр. Вставляем. И аккуратненько молоточком. У меня молоток с резиновой ручкой. Можно с деревянной ручкой. И осаживаем. Все. Поршень зашел. Теперь здесь шейку мы тоже мажем маслом шатунную. Вкладыш также я помазал. Поднимаем шатун и заталкиваем поршень. Берем крышку, также мажем ее маслом. И закрываем замком к замку или же вот этим отливом вперед. И закручиваем гайки. Гайки здесь на 12-12-гранные. Сначала немножко поджимаем. И динамометрический ключ берем. Шатунная получается вкладыши у нас на 25 ньютон. Все, шатунный вкладыш мы потянули, вал у нас крутится легко, не закусывает. Аналогичным образом ставим остальные три шатуна. Все, все четыре поршня поставил. Сейчас ставим первый цилиндр. Переворачиваем блок. И закручиваем внизу экран.
Так, ну что, здесь у нас все затянуто. Ставим вот этот экран. И ставим маслоприемник. Достаем прокладочку новую. Маслоприемник тоже все отмыл. Одеваем прокладку. Одеваем маслоприемник. Наживляем. И протягиваем. Так, ну все, протянул это. Пока у нас перевернутый, я маленько налью масло в маслоприемник, в трубочку, чтобы он у нас фильтр попало. Фильтр хоть и... в маслонасос. Маслонасос я маленько смазал. Пусть еще будет. Она сейчас как раз по трубке уйдет. Для чего? Когда начнем крутить, чтобы у нас маслонасос не в сухую крутил, а сразу начал качать. Так, ну что, обезжириваем. Обезжириваем поддон. Поддон намазываем герметиком и ставим. Вот такой обезжириватель у меня. Герметик серый, 3/9. Устанавливаем поддон. Поддон весь отмыл. Лишний герметик убираем, чтобы в резьбу его не заталкивать. Мазал через отверстие, его поддавило. Наживляем. И протягиваем поддон. Поддон я протянул, перевернул двигатель, установил оба кронштейна с подушками. Сейчас берем, устанавливаем помпу. В комплекте есть вот такое колечко. Берем вот это новое колечко, сюда устанавливаем.
Получается, три болта, которые по длине, они сверху, один, который покороче, он снизу. Протягиваем. Все, помпу мы установили. Помыл головку, как смог, так вот царапал, заквашивал ее, чистил, мыл, драил, но вот до такого только состояния смог ее довести. Рассухариваем клапана. У меня вот такое приспособление, дело техники. Магнитом сухари достаю, оба сухаря, и раскручиваю обратно. Вот такие вот клапана. Сейчас очищаем их. Вот такие у меня зажимы для снятия колпачков. Вот наш колпачок. Ну, я не скажу, что он дубовый. Да, колпачки еще родные, ног стоят. Клапан не падает на этом, по крайней мере, колпачки. Ладно, чистим клапан, ставим новый колпачок. Новый колпачок мы будем использовать оригинальный. Колпачки у нас получаются 90-913. 0,2, 0,90. Берем новый колпачок. По диаметру видно, как он отличается. А также фирмы NOC. Зажимаем его и устанавливаем на направляющий. Стучать его не нужно. Если будете стучать, прорвете его. Очистил я клапан. Клапана притирать не буду. Они в хорошем состоянии. Почистил и здесь сверху. Нагар был от масла. Поэтому не только снизу вот этот нагар чистил. Здесь нагар был, ну и сверху. Протираем седло. И устанавливаем клапан.
ставим пружину. И зажимаем ее съемником. Ставим сухари, я отвертку к магниту прислонил, и отвертка начинает магнитить сухарь. Все, клапан мы засухарили. Теперь, чтобы его проверить, выскочит он, не выскочит, можно ударить молоточком по клапану не сильно. Но сейчас я этого делать не буду. Сначала переберу все клапана, поменяю колпачки, а потом уже проверю на то, как стал сухарик. Ну, все остальные клапана делаем аналогично этого. Поэтому я не вижу необходимости здесь полностью показывать каждый клапан. Продолжаем. Так, ну что, впускные клапана переделал. Снял выпускной клапан и притираю его. Очень он в плохом состоянии был. Поэтому вот такая у меня классическая притирочная паста. Наносим ее. Так, вот нанес притирочную пасту. Машинку для притирки я не купил, поэтому также дрелью притираю. Обороты меняю. Вот таким образом. Сильно крутить не нужно, потому что можно сжечь клапан и седло. Маленько покрутили и смотрим. Вот такой вот стал клапан. Все, дочищаю его и устанавливаю. Получается, все выпускные клапана придется притирать. Продолжаем. Все, притер клапана. Впускные оказались идеальные, выпускные.
плохенькие. Раковин не было, но пригоревшие были по полному кругу. Поэтому пришлось притирать, и за один раз не получилось. Пришлось клапан по два раза притирать. Сейчас немножко клапана мы простучим, чтобы сухари сильно стучать не надо, достаточно потихонечку. Для чего это? Если вдруг сухарь неровно, неправильно встал, он отстрельнет. Когда это делаете, на глаза очки одевайте. Редко, крайне редко, но бывает. Так, ну что, вот так у нас все это выглядит дело. Здесь я все почистил. Теперь берем прокладку, ставим и устанавливаем головку. Новая прокладка. Прокладка металлическая, слоеная. Номера прокладки нет, потому что она идет из ремкомплекта, из набора. Все, головку мы поставили. Берем болты, наживляем. Болты поджал, теперь берем 49 ньютон-метров, протягиваем на несколько раз. И пошли заново. Вот, получается, мы на два раза протянули на 49 ньютон-метров, а теперь, как по книге, надо взять и протянуть еще на 90 градусов от того момента. Ну, это, скажем так, на четверть оборота. Берем, протягиваем. Так, ну что, протянул. Теперь берем, устанавливаем наши распредвалы.
Стаканчики установили. Берем, маленько поливаем. Для чего поливаем? Чтобы у нас стаканы по стенкам масло растекется, уже мягенько ходили сразу. Устанавливаем валы. Сзади по меткам.